На следующей неделе в Тюмени пройдет 4-й открытый чемпионат WorldSkills. Молодые профессионалы в нем примут участие 150 человек из 15 образовательных учреждений региона. Тобольск на этом престижном состязании будет представлять команда многопрофильного техникума. Не только проверка твоих практических умений и навыков, но это возможность презентовать себя крупному работодателю, это возможность показывать уровень профессионального образования в городе, в регионе, в стране и в мире. В программу чемпионата внесены 33 компетенции, в том числе ветеринария, кирпичная кладка, ресторанный сервис и поварское дело. Чтобы показать мастерство, каждому участнику будет отведено от 18 до 24 часов. 6 блюд, что я впервые делаю, для меня это очень сложно, но я с этим справляюсь. Надо сделать и красиво, надо сделать и по объему, чтобы ограниченный вес. Я хочу больше блюд узнать, чтобы, если все равно я свою семью заведу, хочу, чтобы радовать мужа, детей.